Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем желаю хорошего дня, утра, вечера, где вы там находитесь. Биткоин перешел отметку в 50 тысяч долларов. То, что я предсказывал несколько недель назад, когда откупал дно на биткоине. И также Pocket растет. В одном из своих недавних видео я покупал Pocket по 23 цента. Цена опускалась вниз как раз к уровню моего ордера и затем отскочила. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. И какой сегодня хороший рынок. Pocket прошел вверх на 10%. Я покупал Pocket по 23 цента. Медленно заполнялся мой ордер, но все-таки заполнился. И вот цена вылетела вверх. Плюс 9,6%. Прекрасно. World плюс 6,5%. Ethereum плюс 5,6%. Биткоин плюс 3,3. 49 946 долларов цена биткоина. Общая капитализация рынка приближается к отметке 2 триллиона долларов. Вчера я об этом постил. И посмотрите, мы уверенно преодолели сопротивление и пошли дальше. Ну вот посмотрите, я говорил, типа, готовьтесь к росту. Мы пойдем на 2,4 триллиона долларов. Это завершение третьей волны Эллиота. А это еще плюс 600 миллиардов долларов на рынке. Фондовый рынок тоже растет. Intel плюс 1,6. Meta тоже немного подросла. Но вот Tesla, TSM, Microsoft, они упали. Но давайте смотреть на биткоин. 49 930 долларов. Давайте сверимся на месячном таймфрейме. Проведу сейчас мастер-класс, как торговать. Всему этому я детально обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Ссылка номер 2 в описании под видео. Первое, на что я обращаю внимание, это объемы. Когда объемы растут, объемы показывают, сколько биткоина покупается и продается. Вот эти бары внизу, они показывают на месячном, это каждый месяц, сколько биткоина покупается и продается за месяц. Объемы растут, это означает, что больше людей покупают и продают биткоин. И сейчас очень хорошие торговые объемы на биткоине. Ну, давайте посмотрим на другом таймфрейме. Давайте посмотрим на недельном. Вверху это свечи, каждая свеча одна неделя. И внизу объемы, тоже на каждую неделю. Вы видите, что биткоин... Биткоин сидит внутри канала. Мы начали покупать биткоин 16 тысяч долларов. Криптогурубот дал сигнал на покупку. Хороший такой сигнал. Тогда биткоин стоил 20 тысяч долларов. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот тоже давал сигнал на покупку. Вот здесь 26 тысяч долларов. И вот здесь, посмотрите, тоже дал сигнал на покупку. Но затем выше дал сигнал на продажу. Там сигнал на покупку. И когда биткоин стоил 49, он тоже дал сигнал на продажу. Интересно, что в покупку еще не перевернулся. Но ботов нужно использовать вместе с другими индикаторами технического анализа. Нельзя просто использовать одного чисто бота. Стохастик на недельном направлен вверх. Хорошие объемы на биткоин. Смотрим теперь на дневные свечи. Подробно тому, как торговать, я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Там детально 12 часов полезной информации. Еще там 12 часов по трейдингу на фондовых рынках. И курсы «Законы денег». Но основной курс – это курс по криптотрейдингу. В общем, биткоин вот шел такой в канале. Этот канал начинается в октябре. И теперь биткоин вышел вверх из этого канала. На дневном стохастик направлен вверх. Хорошие торговые объемы. В последней свече, например, которая, в принципе, еще не закрылась, было проторговано 191 тысяча биткоинов. Вот здесь слева эти показатели. Этому обучаю тоже на криптокурсах. 191 тысяча биткоинов было куплено и продано. В предыдущий день было проторговано 86 тысяч биткоинов. То есть в два раза больше было вчера, чем позавчера. Так что увеличиваются торговые объемы. 49 тысяч, о которых я говорил, биткоин уже прошел. И уже касался биткоин отметки в 50 тысяч долларов. Опустимся на часовой таймфрейм, посмотрим, какие торговые объемы. Посмотрите, ну какие же торговые объемы заходят в биткоин в последнее время. И максимум, на который поднимался биткоин, это 50 439 долларов.
50439. Теперь 49 тысяч – это поддержка для биткоина. Вчера я давал торговую идею заходить в лонг. Она идеально отработала. Подхватил биткоин цену входа и вылетел вверх. На 47 тысяч 700 долларов мы ставили вход. И биткоин дошел уже до 50 тысяч. И где теперь можно было бы зайти? Я думаю, что можно заходить от уровня поддержки, которая вот здесь, на верхней границе канала. И здесь дневная и недельная поддержка. Можно попробовать этот ретест поторговать. Потому что когда мы выходим из фигуры, как правило, идем на ретест. И затем, если подтверждаемся хорошими торговыми объемами, заходим в лонг и торгуем рост. Но давайте еще опустимся на 15-минутку. Может быть, и не дойдет туда биткоин. Очень хороший уровень поддержки биткоина на 49 тысяч. Но в целом можно попробовать. Цена входа 48325, стоп-лосс на 48175, тейк-профит на 61 тысячу долларов, риск 149 долларов, заработать можно 12 963 доллара. С десятым плечом заработаете 129 тысяч долларов. Вот такую сделку я бы открывал на биткоине. Цена входа 48325. И ребята, чтобы правильно торговать, чтобы понять, о чем я здесь говорю, проходите мои курсы по криптотрейдингу. Там я все подробно объясняю. Если вы попытаетесь торговать просто пальцем в небо, будет беда. Курс это стоит всего 300 баксов, а вы сможете заработать на этом миллионы. Я делюсь там своими знаниями, своим опытом. Я торгую и инвестирую уже больше 20 лет. 300 долларов заплатили, а сэкономили много и заработали еще больше. Или занимайтесь самообразованием, смотрите видосы, читайте книги. Но если вы торгуете без этих знаний, вы просто играете в рулетку. Моя сделочка по биткоину в плюсе уже на 80... Посмотрите, как растет. 85500. Буквально за секунду 500 баксов. 692% прибыли у меня по этой сделке. 692%. Заметили, да? 692. И реализованные прибыли уже 11 345 долларов. Итого 85500 до 11300. Это 96 600 долларов. 12 300 долларов маржи. И заработал уже 96 тысяч долларов. Почти 97. И эту сделку я открывал уже после одобрения Bitcoin ETF. Вы помните, что после одобрения Bitcoin ETF нападения я там закрывался? Вот он график. Вот здесь я продал, а затем я откупил дно. Но посмотрите на мои идеальные покупки. В общей сложности у меня позиция на 6 биткоинов. И она в плюсе на 85 400 долларов. Ставка финансирования по-прежнему 0,01%. Поэтому дешево мне обходится удерживать эту позицию открытой. Она в плюсе на 85 480 долларов. На аккаунте у меня 586 800 долларов. Абсолютный максимум. Посмотрите, неделю назад здесь было 503 тысячи. И теперь 586 800. То есть за 7 дней я сделал 83 тысячи долларов. 83. 7 дней назад 503 тысячи. Сегодня 586. Итого 83 тысячи долларов я заработал за неделю. На споте я держу 2 биткоина, и они стоят уже 100 100 долларов. PNL за сегодня 11 100 долларов. Dogecoin на 58 тысяч долларов. FXS на 54 300. MCRT на 51 700 долларов. Uniswap у меня на 49 200 долларов. Pocket я купил вчера больше Pocket'а. И ровно после того, как я взял, Pocket выстрелил и улетел вверх. И теперь у меня Pocket'а уже на 44 тысячи долларов. Вчера была на 26 тысяч долларов. Хотя вчера на покупку я потратил всего 10 тысяч долларов. WorldCoin у меня на 12 900. Тоже растет. Суи на 1400. Вот то, что я держу на споте. На балансе у меня 587 296. Сделочка по биткоину плюс 85 600. 693%. А теперь давайте посмотрим на эфириум. Но как я торгую? Посмотрите, все растет. Ну а эфириум растет тоже. 2651 доллар. Давайте посмотрим, активировалась ли торговая идея. Нет, не откатывался эфир вниз.
пробил это сопротивление. И, ну где сейчас можно было бы открыться? Я думаю, что можно попробовать вот от этого уровня поддержки. Я надеюсь, что она будет и даст эфириум шанс заскочить в него. Хотя, в принципе, я-то раньше говорил, что эфир будет расти. Я и по биткоину тоже говорил, что будет расти. Говорил, что биткоин уже достиг дна. В общем, здесь заходим по цене 2533, стоп-лосс на 2494, тейк-профит на 3200. Теперь перейдем на мой телеграм, а ссылочка есть в описании под видео. Один — это биржи, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два — проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. Там я все подробно объясняю, там же можете получить торговых ботов. Мои криптокурсы — это 12 часов детальной полезной информации о криптотрейдинге. И ссылочка номер три. Присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9000 трейдеров. И я помог многим людям стать миллионерами. Я заработал больше 1 миллиона долларов, потому что Джеймс. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов благодаря видосам Джеймса. Я покупаю виллу за 500 тысяч долларов. Я купил курсы по криптотрейдингу, уже отбил все бабки и заработал на Харли Дэвидсон. И также трейдеры зарабатывают в моем телеграмме. Там тоже поднимают миллионы баксов. Смотрите предыдущее видео Джеймса. Он говорил, что ежедневный спрос на биткоин ETF выше, чем ежедневное предложение биткоинов. И еще скоро халвинг. Неужели биткоин будет стоить 500 000 в этом году? У меня первая цель по биткоину 61 тысяча долларов, ну а затем 100 тысяч. В общем, вот такой у меня телеграм. Много сообщений. Это только за сегодня. Листаю. Вот это за сегодня. Такая активность в моем телеграме. Торговые идеи, обсуждения, прибыль, всякое разное такое. Это только за сегодня. Комментарии. У меня тут рассвет. 93 человека онлайн, торгуют, разговаривают. Вот листаю, это за сегодня. Прибыль подписчиков 93%, 77%, 385%, на суе 131%. Отлично, какая прибыль, поздравляю. 91%, 1131%. И это только за утро, прикиньте. Это только за сегодняшнее утро, вот у меня солнце всходит. И уже такая прибыль. Какое отличное комьюнити. Я активничаю в Твиттере, так что подписывайтесь. На Твиттере у меня даже больше подписчиков, чем на Ютьюбе. 82500. Люди называют меня Нострадамус. Про Pocket я, конечно, не забываю сказать, что он полетел вверх ровно после того, как я его взял. Я купил, и Pocket стал расти. Вот, посмотрите, я брал Pocket по 0.238. Это было вчера. Долго на самом деле наливались эти ведра. Вот, посмотрите, частично заполнялся ордер. Это несколько часов заняло. Но, в принципе, в итоге все ведра заполнились. И Pocket пошел вверх. Ровно от моего ордера развернулся и стартанул. Давайте прям посмотрим на графике. Чего там стесняться? Давайте на другом таймфрейме. Вот, смотрите. Вот мой ордер. На 0.238. Постучался Pocket об него. Вот он же, посмотрите. На 0.238. В общем, откупал Pocket. И в итоге он развернулся. Еще раз всех поздравляю с прибылью. Биткоин растет. О, 49.996. Да, 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов биткоин. 92, 93, 95, 7, 2, 3, 5, 49, 990, 91. Давайте дождемся, когда будет 50. 49 997. Давай, дружище, жми. 49 997. 49 990. Да! 50 тысяч долларов. 50 тысяч 14 долларов. Спасибо, что посмотрели этот видос. Поздравляю. Всем хорошего дня и увидимся завтра.